Совместно с Амвиделом мы решили открыть лейбл. Вот, будет фотография. Наши артисты на лейбле — это Федя Штерн, Яликс, Black Baby Cat. Ну, вы их 100% знали. А если не знали, то, ну, идет ноунеймы. Вот. Еще мы готовим вам одного очень интересного артиста, один интересный проект. Вот. Но вы не ждите. Вы все равно не знаете, когда. Чтобы попасть на лейбл, вам нужно всего-навсего быть нормальным музыкантом. Если вы таковым не являетесь, то пи***те отсюда. Да. Когда ты понял, блядь, что тебе нужно, чтобы попасть на наш лейбл, то смело заявочку, блядь. Вот и все, и попадешь на наш самый лучший лейбл во всей Руси. Насчет конкурса. Я решил продлить для вас, дать вам немного дней, чтобы вы наприсылали свои парты, потому что я увидел, что мне продолжают присылать парты. Я подумал, а хуй вам не дать еще. Ну, смело присылайте свои треки до момента снятия видоса. После него хуй вам, блядь, видос снят дал. Ну, думаю, понятно. Смело подавайте свои заявки. Мы вас, наверное, если вы не... Dungeon Master. Мы вас примем. Дополнительно к этой информации спешу вас пригласить подписаться на наш YouTube-канал, который мы открыли. Там будет видосы. Все артисты будут снимать. Я всех заставляю. Мы всех заставляем. Так что... Нет. А еще, ребята, я вспомнил о своем YouTube-канале, который простаивает уже полгода, на который я ничего не выкладываю. Просто про него забил хер. Я понял, что нужно исправлять эту ситуацию. В ближайшее время будет выходить очень много видосов. Во-первых, видео, пока мы прослушаем ваши треки конкурсу. Вот, честно говоря, я уже выбрал кандидата, того, уже выиграл. Ну, вам же интересно узнать, кто выиграл. Вот. На видосе я очень много матерюсь, которые вот... который на улице сейчас был снят, потому что я не привык разговаривать перед камерами. Я до сих пор учусь. Мне было немножко не по себе ходить по улице, все это снимать, так что оцените видос лайком, реально. Я стараюсь вообще-то тут для вас. Вот. Мне как-то в своей комнате намного удобнее, приятнее разговаривать, нежели на улице, я не знаю почему так. Пишите ваши идеи в комментах, что вы хотите, чтобы я снимал на этот канал. Потому что бывало очень много разов, что я хочу, у меня уже есть мотивация, но я не знаю, что снимать. Так что пишите мне ваши идеи, я обязательно сниму. Если ваша идея будет хорошая и хорошо продвигаться изначально. Я сам еще учусь в этом ютубе, поймите меня. Я, вот многие блогеры, вот вы сидите, наверное, ждете от них видео. Это прям конкретные проекты, в которые вкладывается бабло. А я просто школьник, который открыл YouTube-канал, и у меня уже есть подписчики, и все. Я не ожидал такого тогда. И я хочу продолжить, потому что у меня реально есть аудитория, хоть и маленькая, но которая может помочь мне продвинуться дальше. Вот, я сейчас открыто разговариваю на камеру. А то я увидел, как я тут разговариваю, как дотик. И такой, ну нахер, не-не-не. Мне стыдно такое выкладывать, просто хотя бы как-то подкреплю этому вот себя отсюда сейчас. Так что все, я понял, как правильно разговаривать на камеру. Я проснулся. Вот. Мне остается еще очень много изучать этой темы. И вы со мной обучаетесь. Вот, я буду с вами делиться своими мыслями по поводу всего этого. Вот, и я сегодня же видео сниму о конкурсе. И выложу скоро. Не скажу когда. Вот. Подписочку оформили, лайк оформили. Что еще? Ну все в целом. Все, и колокольчик не забудьте поставить. Хотя это все равно не является рекомендацией YouTube. Ну, короче, давайте, пацаны.